Как я обезопасиваю свои интернет-крипто-кошельки, сейчас расскажу в этом видео. Смотрите, я создал три крипто-кошелька. У меня есть три разных телефона, просто по долгу моей жизни основной, второстепенный там у меня долгосрок Interactive Brokers и семерка старенькая, третий телефон. Я, соответственно, создал три кошелька, три Trust Wallet, и главный у меня кошелек, он у меня типа самый верхний, такая небольшая MLM структура, он у меня самый верхний, туда я закидываю деньги с другой крипты, со своих кошельков, типа с Binance, с Coin вывожу, или кто-то мне знакомый кидает по адресу этого кошелька. Потом у меня есть вот здесь, под ним, это виртуально просто показываю, другой кошелек, в котором я храню какие-то свои токены, то есть там у меня что-то куплено, там у меня хранится что-то в долгосрок. Что я купил на панкейке, перевел это себе в кошелек и сижу спокойно, отдыхаю, наслаждаюсь. Я туда ничего кроме панкейка не кидаю. То есть я туда кидаю только те токены, которые я уже купил на панкейке. И есть третий кошелек, который я могу авторизовать на всех левых сайтах, где я стыкую. То есть если сайт не проверенный, я ничего не знаю, но мне очень хочется попробовать или там купить какие-то странные токены или что-то еще, я готов вот этим третьим кошельком, где у меня нет денег, не хранятся никакие токены, ничего. Я его законнекчу, я там что-то куплю или что-то сделаю. И потом, если все прошло хорошо, соответственно, я сюда деньги кидаю только те, которые мне нужно купить. То есть я, например, готов купить токены там на 50 баксов. Я на этот кошелек перевожу вот с этого второго 50 баксов. Тот я вообще нигде не полил. Сюда перевел, купил. Оно тут 2 дня полежало. Я посмотрел, что их обратно никуда не списали. Я их отправил на свой вот этот кошелек. Все, тут у меня пусто. Я могу снова его на левых всяких сайтах светить. Всякие делать Connect Wallet. Тут у меня хранится долгосрок. Этот нигде не светится. Вот такая маленькая сетка у меня для моей собственной безопасности. Возможно, вы можете считать меня параноиком, но мне это комфортно, мне это не сложно. У меня 3 кошелька, 3 телефона. Все. И я всегда понимаю, что вот адрес этого кошелька знаю только я и там максимум мои хорошие друзья, которые мне могут там где-то прислать крипту. Здесь у меня все хранится, а здесь я могу светить, покупать что угодно. А этот авторизует только на панкейке, а этот на всяких левых сайтах. Если видео полезно, ставьте лайк. По любым вопросам пишите в комментариях, на комменты всегда отвечаю. 2 раза в день мы встречаемся на этом YouTube-канале, поэтому подписывайтесь на канал.